Привет всем, как мои хорошие, как ваши дела? Как ваше настроение? У меня нормально, у меня отличное, потому что же это какое, что делать? Ну-ка, что я вообще делаю? Я работаю, мне, представляете, мне дали справку. Если ко мне пойдет милиционер, спросит, то есть полицейский, скажет: товарищ, что у вас, почему вы идете? Вся же самоизоляция. А я скажу, у меня есть справка. Ну не подавайте же справкой психического нервологического диспансера, блядь. Я вообще там не... Это не психического нервологического диспансера, блядь. Это мы... Ну меня то не пускают. Вот мне говорите, чтобы я сходил на психического нервологического диспансера. Но это сказать, что я туда не пойду, потому что меня то оттуда выгоняют. Я знаю, что там есть зеленый слоник, розовый и этот, и Цезарь. Цезарь, или как он там, с пятой палаты. Как он там? Цезарь, блин, я не помню, как его звать. Ну как там, Никитка Михалков или кто там? Наполеон. Наполеон, мамка сказала, Наполеон. Я хотел к Наполеону, прикинь, в палату лечь. Но мне, короче, сказали: иди отсюда, косарь. И сказали, мы тебе пенсию не дадим. Что ты нормальный. Вы что думаете, что я дебил, что ли? Ты что, бабка, думаешь, что я дебил? Нет. Я... Ну, что я сегодня делал? Представляете, что... Блин. Я сегодня что делал? Надо вспомнить, что я делал. А, я сегодня с Димкой работал. Представляете, работал с Димкой. Вы скажете: блин, тебе сколько лет? Блин, знаете, сколько? А я... Ну, вообще, у меня, вон, видите, у меня флюс. Мне надо, короче, зуб вырывать. А я скажу, почему зуб не ура? Потому что я деньги пропиваю. Я алкаш, блядь! Вот видите? Бухаю, валяюсь, домой не появляюсь. Блин, а че вообще я стал блогером? Зачем? Ну, мне просто нравится. А... Ну, просто я беру и снимаю ролики. А вот именно ты. Вот ты ко мне заходишь и ставишь мне сразу дизлайк. Молодец! Вот ты говоришь: пропиарь меня, пожалуйста. А что бы я тебя пропиарил? Я тебя что, знаю? Вот 400 рублей давайте, я сразу прорекламирую. Не хочешь, как хочешь, твое дело. За бесплатно я не буду рекламировать. Меня что, рекламирует кто-то? А? Вот меня нахуй никто не рекламирует, и все. Вот мамка дожидает Хованского, бля. А Хованский сказал: хуй кому деньги даст. Вот так вот она. А я хуй кого буду бесплатно рекламировать. И мне как-то... Что вы будете говорить? Продался я на... Или купился. Мне как-то вообще... Или панк, я не панк. А что такое панк вообще? Вы все такие дофига панки, да? Панки, я понимаю, в Германии, в Англии. Которые это, блядь. Которые живут насчет общества, блядь. Которые не работают. Вот это вот панки. А ты на заводе там пашешь. Ты панк, что ли? Да ты не панк, блядь. Мы все тут припанкованы. Вот видите, я пресса качал. Обливался водой. А потом в гробу лежал, как склеп молодой, представляете? Чё? Чё, я неправильно сказал? Я чё поправился? У меня, скажи, почему я поправился? Потому что мне там в десне гнойно. И чё? Да мне насрать, что ты сказал, чё я говнарь. Мне как-то насрать. Материться я не буду, потому что пи-пи-бан. А знаете, как я, сколько я к успеху шел? Вот я и пришел к успеху. Знаете почему? Потому что ты меня смотришь. И спасибо тебе за это. Спасибо. Он босс. А босс, ты кого видишь? Где Чумба? Босс. Чумба. Где Факир? Факир где? Где Факир? Где Факирка маленький? Ну-ка, передай им привет всем. Так,
Что бы вам еще рассказать? А, кстати, короче, это... В пятницу будет розыгрыш. В той футболке «Сектор Газа». Там буду программкой выбирать. И вы будете, увидите победителя. Потом победитель мне напишет почтовый ящик. Скинет мне свой адрес. И у меня как будет деньги, так я ему отправлю футболку. Ну сейчас еще, кстати, короче, это вирус этот. Не знаю, как там, блин, самоизоляция. Ну мне, короче, выдали справку, блин. Что я работаю до 30 апреля. Вот так вот-то. У меня есть справка. Или у меня нету справки? А? Блин, нихера себе. Вот я стал, короче, еда со смеха. У меня, короче, два подбородка уже. Я уже как Шарпей весь отвис такой. Самоизоляция, да? Вы хоть когда вот самоизоляция, изолировались, вы хоть спортом занимаетесь. А то вы не пройдете дверной проем. Вы на там натарили полные холодильники колбаски, там это, как о. Вы хоть спортом занимаетесь. Вот как я, видите, как я спортом занимаюсь. Хотя у меня было это, как о, у меня это, была операция. Я что-то на тот свет не ушел. Ну ушел вы и ушел, что такого на? Каждую ночь, каждый день миллион человек умирает. Все. А я вот, видите, как спортом занимаюсь. Вот так вот беру. И вот так вот. О. Это, короче, эту планку делаю. Вот самое солят. Блин. Смешно и грешно. Я не знаю, сколько я простою. У меня он трясется, блядь, тут все. Хотя мне, короче, это, две грыжи вырезали. Я не знаю, мы там еще в животе что-то вырезали. Да похер вообще. Там еще говорят, что мне, короче, это, как его, блядь. Аппендицит, короче, там что-то. Короче, мне 4 операции делали, мне настроили. Вот так вот. Я вас всех обожаю. Так. Что бы вам сказать еще? Что им сказать? Бас, ты что караулишь? Ладно. Надеюсь, у вас там все хорошо. Или как там? Ладненько, пока вам, удачи, улыбайтесь больше, улыбайтесь больше. Кстати, бактерии еще попадают через глаза. И маску меняйте через час. Хотя маска, а там же это, она же не плотная. Ладненько. Ну и маска есть, короче, это. Я работаю в маске. Ну, это какого? Китай с Алиэкспресса. Потому что у меня там выхлопные газы. Прут, короче, чтобы не дышать их. Вот я, короче, в этой маске работаю. И нормально. Ладненько, я вас всех люблю, обожаю. Особенно вон ту бабку, нахуй, в зеленом платье. Бабуля, привет! Пасынатат!